В Екатеринбурге водитель Toyota Camry, потеряв управление, едва не оказался на кладбище. Странная авария произошла накануне днем в пионерском поселке на перекрестке улиц Блюхера и Гагарина. Как сообщила городскому порталу Е1, приезжавшая в это время перекресток горожанка Анастасия Чезлер, других участников аварии не было. Водитель Toyota, проезжая перекресток, вылетел на тротуар и уперся в кладбищенский забор. Судя по прибывшей на место происшествия скорой помощи, рулевому или кому-то из его пассажиров потребовалась медицинская помощь. Машина серьезно пострадала и покинула место ДТП на автоэвакуаторе. Были ли в момент выезда на тротуар Toyota пешеходы, которых обычно много на этом перекрестке, очевидица не знает. Стоит отметить, что именно на Михайловском кладбище Екатеринбурга покоятся члены легендарной туристической группы Дятлова, погибшие при загадочных обстоятельствах в 1959 году.